Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 11.5.1. Точнее, вы должны будете его сделать, а я немного помогу. Итак, что нам нужно? Вам нужно будет отвечать на вопросы. Тут много-много вопросов по сравнению свитча, то есть свитч на русском. Это коммутатор, да. И роутер Layer 3, то есть устройство второго и третьего уровня модели OSI. Свитч и роутер. Коммутатор и маршрутизатор. Давайте начнем. Итак, у нас здесь нестандартное начало пакет трейсера, потому что здесь город. Мы нажимаем на город, нажимаем здесь на офис, и здесь вот можно провести вправо, и здесь видим стойка стоит. Нажимаем на нее, и вот наши устройства расположены. Именно их нам и нужно сравнивать. Сейчас я побольше сделаю. Побольше не выйдет сделать. Хорошо, что мы тут видим? Мы тут видим A-Switch 1, A-Switch 2 и D1 есть, и есть еще R2. R2 это у нас... Так, секунду. Switch, D1. Хорошо, это задний вид устройств, как они расположены на стойке. Также мы можем переключиться из логического, точнее из физического вида, это физический вид, в логический, чтобы увидеть стандартную топологию, которую мы знаем. Так, вот у нас есть R1, R2, D2 и много свитчей. Смотрим, вот у нас, например, R1. Можем нажать сюда и тоже нажать физический и увидеть, как он выглядит сбоку. Вот так вот. Zoom in можно и посмотреть, пролистать более детально его вид, точнее заднюю его часть. В первой главе мы уже, в первом CCNA мы уже в этом разбирались, как включать, добавлять устройства. А теперь вам нужно будет посмотреть просто, какие тут есть порты, и ответить на вопросы. Также и Switch. Открываем какой-нибудь Physical, Zoom In, и смотрим на Switch. Сколько тут портов есть, какие есть порты и так далее. Ну и опять-таки можно смотреть на всю стойку вместе. Здесь все свитчи, и вот, например, тот же R1, и вот R2. Только R2 это вот этот верхний, не вот это вот. Это у нас Power Distribution Device. Вот у нас R2 сверху, и вот у нас R1 сверху. И много свечей есть. Хорошо. Логический уровень. Так, что еще тут нужно делать? Еще нужно пинги делать. Пинги вы умеете делать. Show IP Route вы умеете делать, прописывать шоу. Здесь вообще ничего сложного в этом задании нету. Главное вам просто понять, чем отличаются свечи от маршрутизаторов. И ответить на вопросы. А на этом все. Пока.